Смотрите, ледник. Почти с моим ростом. С моим ростом. Больше метра. Это столько тонн. Вот это ледник. Это вообще просто супер. Это тает, потому что здесь сейчас больше 20 градусов, может 25, потому что тает. Вот видите, это просто. Смотрите, столько ледники. Просто не хочешь уйти, потому что столько замучился. Теперь только фоткаться в фотошоп и видео хочется делать, потому что столько мучился к этой вершине подняться. Теперь смотрите, облака идут, надо быстренько уйти отсюда, сматываться надо. Дождь. Смотрите, столько ледники. Вот сейчас ветер идет, прохладно. Как солнце сядет, здесь совсем холодно будет. Видите, столько снега, столько лед еще держится. Ну, я думаю, до августа, по-моему, не успеет. Я оттуда приеду. Вот так, теперь поеду сюда, на Нарынскую область. Вот. Это Кыргызстан, это Тяньшань. Это великолепная природа Кыргызстана. Я ехать должен туда, Казерман. Только ледники здесь. Теперь этот вид смотрите. Какой пейзаж здесь уже. Это совсем по-другому. Это Тяньшань. Это Кыргызстан. Я туда и туда должен ехать. Смотрите. Это пастбище. Кыргызские... Чабани, пастухи, вот так работают. Мне надо еще спускаться. Еще много надо, потому что до Казермана где-то... 30, может 25 остался. Еще надо ехать. Смотрите, сколько здесь лошадей. В Кыргызстане много лошадей, много пастбища. И пчелика тоже много, вот видите. Все, везде можно пастбище устраивать. Вот так вот. Видите, столько лошадей. Это Кыргызстан, это Тяньшань. Это Нарынская область. Смотрите, здесь сколько пастбища. Все барани, коров, лошадей выбирают, что кушать. Видите, даже бывает не тронутый такой территорию, останется к зиму. Это просто бомба. Это Кыргызстан. Это кыргызская природа. Теперь эту долину смотрите. Мучаешься, ну, когда вот эту долину смотришь, пейзаж, все просто радуешься. Забываешь все мучения. Вот видишь, такой кыргызская природа. Это вообще. Наконец-то спустился вниз с этого перевала. Ну, там дорога была конкретно. Никак быстро не можешь. Чуть-чуть поедешь быстро, она уже будет все. Потому что там гальки. Сразу упадешь. Я уже два раза упал. Уже боишься. 9-10, 50 километров до Казермана, ну, вообще замучился. Еще подниматься до туннеля, перевала было, а потом спуск тоже совсем. Это Арал, шлак, Аил. Вот Арал тоже красивый, уютный, привлекательный. Аил, молодцы. Друзья, наконец-то вышел на трассу большой, который Казерманский, который Казерман, Джалалабад, Ош, Узбекистан, который этот шелковый путь. Наконец-то. Ну, до Казермана с этого перевала было где-то 90. Ну, замучился. 50 километров спуск, ну,
Вообще страшно. Два раза упал. Даже боишься быстро ехать. Вот, честно говоря, такого усталости мне не было. Вот теперь где-то сколько так было, 5 или 6 километров. Потом туда на Рын, река. А там где-нибудь постираюсь, купаюсь, отдыхаю, завтра хлопался. Вот все равно туда. Ну там зато будет дорога асфальтная. Не так, как это. Вот такая дорога будет. Вот эта трасса, которая шелковый путь. Видите, туда идет он. Туннель открыто, говорят. Ну, надо платить. А так не пускают. Ну, мне зато природа красивая. Вот. Замучился зато. Вот сейчас забываю все. Усталость, все. Там буду купаться немножко. Вот. До Балыкчы почти 300 километров. До Бишкека 470. Ну, я в Бишкек не еду. Я до Балыкчы, может, поеду. Потом дальше Токмак. А, ну все равно придется налево ехать, а потом туда. Я из Сикольни еду, в прошлом году я был. Вот так я поеду туда. Чем Алмату ехать через пустыню, зато здесь природа красивая. Поэтому я решил себе этот путь выбрать. Вот поэтому еду до Холоса, туда. Казерман, где-то там возле Нарина посплю, постираюсь, купаюсь, до Холоса покушаю. Когда вот такие спуски, все, усталость, все мучения, забудешь. Как это хорошо, еще дорога новая, идеальная трасса. Ош, Бишкек, как хорошо. Поселок, вот это Казерма, который наконец-то добрался. Теперь мне надо туда, вон туда надо переходить. И по новой ущелье вот так я поеду туда. Это Ош-Бишкек, новая трасса будет. Это есть Казерман поселок. Ну, нормально она. Большая, ну, там еще четырехэтажка, там несколько штук. Я в прошлом году заезжал туда. Вокруг высокие горы. Возле Казерман находится вот в таком месте. Вот отсюда можно заехать. Поселок, а? Не заеду. Лучше быстрее, у меня все есть. Кушать. Лучше вон туда поеду. Балыкчы 291. Бишкек 463 километра. Вот это река Нарын. Это большой. Видите, как он течет. Воды много. Там же дожди бывают. Вот туча. Оттуда протекает. Вот сюда, потом вон по этой ущелье она будет протекает на Рын. Вот такая мутная река. Вот. Вот такая мутная река на Рын. Она течет туда, через ущелье пошла. И дорога тоже такая, и я тоже туда еду.